Итак, друзья, всем привет! С вами Мишаня, вы на канале BileStream. Продолжаем проходить мы Dead Space 1. Так, и мы дошли до той точки, у нас рубка связи. В общем-то, я так полагаю, мне надо туда спуститься и расставить снизу какие-то антенны. Вот я как отсюда вижу. Так, там у нас был проход. В общем, всем приятного просмотра. Давайте начнем проходить уже. Я тут Анатолий спрашивал, успели я до Нового года пройти. Ответ таков, что не знаю. Постараюсь. Я в любом случае в график не вкладываюсь. У меня было еще много игр. То есть помимо этой еще две игры. Но не получается, так как стримы, розыгрыши, праздники. Так, в общем-то, здрасте. Здрасте. Вот мы пришли. Зона невесомости. Ой, я буду долго им. А он еще и черный-то, глянь. Смотри-ка. Попробуем на конечности отстрелить. Вот это вот веселуха. Такие шашлыки сверху. И все, что ли? Одно баблишко. Так, а подожди, а вот еще. Так, тут баблишка, а еще? По-моему, у нас еще третий товарищ был. А ну-кась. Пусто. Ну и мясо. Ей-богу, мясо. Так. Да, так не хватит мне средств. А, все, больше ничего, никого нету. Так, итого у нас две работающие рядом. Ищем. Вот они, две работающие. Потом не работающие. И тут работающие, правильно. То есть нам надо вот эту штуку поменять с крайней. Поближе, что ли, подойти? Не хватает. Алло. Ты смотри-ка, она не утаскивает. А, во-во-во-во. Я немного не подошел просто. Так. Потом поменять вот эту и отсюда снять, поставить сюда.
правильно я? Правильно, да? Так странно она на самом деле поднимается. Да подожди, что? Вот. Так, а те, которые я вытащил, кстати, их надо на место, нет? Вижу, вижу сундук. Спасибо, спасибо. А, так. Давайте этот сломанный тоже воткнем на место. Ну, мало ли. А, чтобы, так сказать, они здесь уже не болтались. Так, и мне еще крайне хорошая нужна. Вон она. Отлично, отлично. И вон туда. Так, отправим ее. Ну, аккуратнее, аккуратнее. Коммуникационный луч перенацелен. Возможен прием сообщений. Вот, все заработало. Возвращайся в рубку и используй панель управления. Что-то я не туда пошел. Так, это я смотрел прямо. А где здесь у меня вход был? А, вот тот самый вход. Я думаю, что сейчас будут, наверное, без происшествий. Зона гравитации. Не, вот тут, кстати, пулемет очень хороший. Мне вот понравился. Точечный. Много патронов, много зарядов. Кстати, еще и стазис. Задание выполнено. Рубка связи. Связь установлена. USM Вейлор. Вызываю USG Шимура на всех частотах. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Ага. Что? Это же та капсула, что вышвырнул Хэммонд. В ней была заперта одна из этих тварей. Нет. Нет, этого не может быть. USM Вейлор, ответьте, Вейлор. Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створы шлюза заблокированы. Свяжитесь с ремонтной командой. Ремонтная команда, это я. К корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям этот кусок дерьма. А, что-то весело. А не прилетит ли к нам корабль с какой-нибудь дрянью? Это первое. Второе, что там за здоровая такая чертовина, что мешает сигнал, там антенны? Ну, пусть пойдем разберемся. Едем мы, едем. Тут труп в тот раз я проезжал, в прошлой серии был. Кто это? Хомяк, хомяк. А главное, он сдох от тележки. Я еще что-то при этом урвал. Какой-то лут. Здрасте. Не ждали, а мы приперлись. Дайте мне еще узел-то.
Ноги, ноги, голова, руки. Ух, 12 патронов есть. Ладно, сойдет, сойдет. Меня немножко ранило. Вроде никого, да? Отлично. Что у нас там по силовому узлам? Давайте посмотрим. Ух ты! Три штуки. Три штуки, ребята. А, и этот надо потратить. Это дополнительное время. Нет, пока я сюда не буду. И здесь я увеличиваю радиус стрельбы. Так, по броне я смогу на 2 здоровья увеличить. Тоже пока подожди. А, тут у нас обойма. Тут у нас тоже обойма и будет ущерб. Лазерная винтовка. Я, кстати, ни хрена не качал. Да и очень-то пока не надо. Патроны слишком дорогие. Но хоть она довольно-таки убойная. Можно ущерб качнуть. А можно, в принципе, сейчас давайте, знаете, как посмотрим. Импульсная перезарядка. А лазерная винтовка... Нет, 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 резак плазменный, вот. А, я тоже не качну, только единичку потрачу. Давайте я, наверное, все-таки сюда один потрачу. Пускай будет перезарядка. Так, а на лазерную винтовку что у меня? Тоже перезарядка. Да, только перезарядка. Плазменный резак. Блин, ну вообще ничего не прибавишь. Ты глянь вообще. Ладно, оставим пока так, как есть. Возьмем перезарядку. Видимо, сохранение сейчас что-то пойдет. Глава, кстати, 8. У меня даже денег нету, знаете, на что? Не, 16 тысяч кредитов. Плюс у меня есть большая аптечка, средняя. То есть продать можно и золотой, и рубиновый. А, схема среднего кислородного, понятно. А где мой костюм-то? 4 уровня. Ладно, сохранились и поехали. Кто это там? Голова. Да, голова, два уха. А, жизнь тебя наказала. Аккуратненько. Вот эта вот штука закрыта. Я думаю, что она потом на обратном пути должна открыться. Не будет тут никого? Не? Я знаю ваши лифты, блин, они такие противные. Стоишь, стоишь, и сверху хлоп, кто-то приехал, прибежал, прыгнул. Не, стазис вот, кстати, очень хороший. То есть в каких-то ситуациях вот не можешь прицелиться, дал стазисом и расстрелил на здоровье. Так, аккуратно смотрим, с вами наблюдаем. А, что-то написано частотно. Импульсная пушка. Хрена, и нас, кстати, туда ведет. К этой пушке наша задача. Не понял. Они сразу так открывались, да? А то ты их разбиваешь, а там какие-нибудь червяки. Отлично, 1000 кредитов. А, и вижу еще, по-моему, ящик, нет? Ага, зелененький. Пойдет.
Опа, давайте почитаем. Кто-нибудь что-нибудь понимает? А моя твоя не понимает. Ну, как бы написано. Ну, явно, что не люди это царапали. Ну, или одержимые люди чем-то. И опять запись. Боже ты мой. Опа. Вот это вот тема. Вот это вот я уважаю. Когда такие вещи находятся, это прям... Ну давай еще раз сохранимся, ну господи. Два угла прошли, короче, безопасно. Давай сохраняться. Ну что нам, за пулемет? Ну поехали. Лупи метить. По фашистам с ППШ. Тетя, ни хрена себе, вот это кинотеатр. Эй, просыпайся, дядя. Я понял, я уже понял, куда стрелять. Не очень, кстати, удобно на самом деле лупить по ним. Слушайте, ну это же вообще зашквар. Они болтаются еще как в тире, ты помните спидматичек? Дайте там 5 пулек, попробуй попади. Вот, типа того. А эти хреновины ездят еще. А гравитация скорость стрельбы не прибавляет, наверное, при этом. Ну-ка, стой на месте. Так, есть. Ни хрена нету, она опять вылезла. Ой, вот это вообще устрицы гребаные. Я не пойму, вы возрождаетесь заново? Так, минус. Вот еще одна есть. Так, и последняя. Нет, не последняя. Что там с корпусом с моим? Да ты посмотри, болтается. Так. Вот самые две, видимо, противные клешни у него. По которым тяжело очень прицелиться, да еще и попасть. Я уже так беспорядочно бью с очереди. Так, ну это, видимо, последний остался. Фух, 50% корпуса. Задание, говорит, выполнено. Да дай я ему еще жбан постреляю. Не открывайте спасательную капсулу, Вайнла, это Кендра. И Шимура, прием, не открывайте капсулу. Черт, нет, черт. Да ответьте же. Ух, на нас летит. Ты куда, эй? А, смотрите, там у этого. Жрут, короче. В общем, это и демоны породили, и тот корабль, который у нас летит. Там нет, можно вылезти? Ю-а! Столкновение, готовимся. Говорит, убирайся оттуда. Я вылезти не могу. Убирайся, говорит. Ладно, с антенны мы, в принципе, сбили эту чудика. Хотя толком мы его сбивали. Корабль все повредил, наверное, который врезался. Тут все разваливает. О, лысый, здорово. Айзек, ты там? Ты, говорит, там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего леса. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. А, мед, пиво пел. Я не мог немного подлатать себя. Слушайте, я отменяю эту миссию. Задницу Си-Си и командную цепочку. Мы должны валить отсюда.
Черт. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в высшем море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Слушаю. Если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Игорь, помоги ему. Он, короче, передумал, типа, миссию надо отменить. Лысый, ну ты о чем ты думал раньше? Айзек тут гоняет вам, погоду, я не знаю, делает. Уже пол корабля там, я не знаю, перебил этих тварей, отремонтировал, в общем. А у Лысого перемкнуло. Понятное дело, что отсюда уже как бы живыми тяжело выбираться. Но... Так, друзья, давайте-ка с вами посмотрим вообще, куда нам чесать-то. Так, на лифт, опять сохранение, на лифт, так. Там опять какое-то сохранение, верстак. Я думаю, мы с вами обойдемся без лишних этих сохранений. Так, с этой стороны вроде мы уходить должны, да? Вот нас потрепало, на самом деле. Максимальный груз. Нет, коробочка, кстати, заметьте, не открылась. Блин, ну, вот эта карта, подождите, ребята. Так, прямо будет сохранение, потом лифт, верстак, через какой-то овальный кабинет, в общем, большая комната будет снизу. Вот перед этим надо будет сохраниться. А, о, кстати, сзади верстак. Мы можем с вами что-нибудь там нашаманить. А, с пушечками. Так, тут мы разовьем с вами ущерб. Ущерб, тут обойма, а тут будет перезарядка. Куда, как мы лучше пойдем? Тут будет угол, опять же, и обойма. Так, мне пока больше интересует этот резак и вот эта вот точечная пуколка. Надо подумать. Так, у нас будет обойма, ущерб. Так, мы возьмем обойму. И потом, если будет два узла, еще на два ущерба. Давай вот так поступим. Вот, мы взяли у резака обойму, и мы возьмем потом у резака ущерб и ущерб. И, в принципе, будет все хорошо. А то я всю броню вкачал, что-то там накачал. Броню мне надо два узла. О, неплохо, неплохо. 14 патронов держит теперь. Броню мне надо два узла, чтобы взять здоровец, подправить, скажем, поднять. Я думаю, здесь никого не будет. Опять голова эта. Мелочь пузатая, вот это противная, блин. Ага, слева-право. Так, так, аккуратненько, аккуратненько. Здрасте. Каких ништячков-то не завалялось. Так, нам
Я на третьем. А, я на третьем уровне. Нам на второй, собственно, двигаться надо. Не, тут крыша, кстати, у лифта. Я думаю, что тут никто не выпрыгнет. О, вы слышали? А, кто-то голодный там, видимо. Чего? Тихо. Другую пушку. Блин, а патронов мало. Так, и куда нам? По-моему, там есть магазин по прямой. Так. А вот он, я снизу. Ну, камера, камера. Вот, отлично, отлично. Так, прямо сохранение. Сзади у нас верстак. Должен быть магаз. Может, это то животное в космосе, которое я сбил? Вот это звуки издавало. На самом деле плевать. Главное сейчас магазин найти, патроны хотя бы приобрести. Вот здесь должен быть магазин. Если... Да, правильно, правильно. А, средний воздушный баллон загружен. Так, рубиновый полупроводник. А, продать. Золотой продать. Ставить с батареи, одну переместить. Большая аптечка. А, продать. И две аптечки переместить. Так, при этом нам надо купить вот таких вот патронов. Этот я не буду, и вот таких. Все, я думаю, это более чем. Рюкзак, чтобы главное был у нас не загружен. Аптечки есть, патроны есть, а здесь. А с воздухом, броня у меня прокачана по максимуму. Но, если что-то, надо будет докупить. Так, чтобы один был на всякий пожарный со мной. А опять я так... Опа, опа. Глиномес этот. Сейчас самое главное, чтобы с него вот эти мелкие не посыпались пиявки. Все, спасибо за патроны. Земля тебе пухом. А мне надо двигать дальше. Что? Хрена себе. Это глава 8 была. Это как-то мы быстро, получается, ее прошли-то. Ну дай бог, что так нормально все, позитивненько. Найти и спасти завершено. Едем дальше.
Так, мертв по прибытию, глава 9. Используйте экран карты, чтобы узнать о текущих, понял, миссиях, заданиях. Я так думаю, что я еще какие-то вот, знаете, играю, секретные комнаты, или где-то я невнимательно смотрю, что пропускаю. Слушай, я нашел список вооружений Вейлера. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против Лос-Айза, против Ишимуры. Что-то лысый там вопит. Айз, я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. Так, узлов у нас нет, патроны у нас есть. Следуйте на военный корабль. Ничего себе. Следуйте. Ага, взял так прямо и попер. Мертвый, говорит, по прибытию. Будешь тут мертвый. Что это вообще такое? Какие-то щиты. Это мы в каком-то, я не знаю, находимся в помещении, там где электрики до хрена, или как его. Видите, опасность, danger как. Вентиляция. О, тут за магазин отдельно спасибо. Если там мало аптечка, то она мне сейчас очень кстати пригодилась бы. Ну как очень кстати тоже, да? Я уже думал, сейчас 5 уровня, когда дадут костюм, и что мне делать? Так, нет, мало аптечка мне пригодится. Да, оружие на самом деле, силовой резак, труборез, силовой пистолет, огнемет. Тут как-то надо сразу определяться. Ну, есть у вас там желание купить какое-то оружие и вот мочить с него. Но в любом случае надо не одно там, а как минимум 2-3 вот так. По мелким очень удобно сточечно убить. Или вот таких боссов с щупальцами. Ну, я не профессионал, а так как любитель, говорю. Вот играю, первый раз прохожу, и такие вот у меня мысли. Средний баллон воздуха. Опа, опа. Там еще воздух. Короче, мне пылить, ребят, куда-то пылить. Ядрить, колотить. Зона невесомости. Айзек, удар сорвал люки одного из орудий Вейлера. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивно, а шлюз заклинило. Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть внутрь. Мне нужно сбросить их в космос. А, задачу понял. Теперь только найти космос. А, еще такой момент. Надо тут осмотреться для начала. Вот я вижу, вон там сундук. Можно сигануть. А куда нам показывает, собственно, сам путь? Как-то у меня мышка то ли чувствительна слишком. И каждый раз я пытаюсь ее поправить, она все равно мне какая-то чувствительная движением. Подожди, братюнь. А где? А вот он.
хотел он улететь, а мне патрон еще взял, потратил. Это мне вот эти херовины надо поразбивать, что ли? Я так полагаю, вот это люк, который откроет сам проход, да? Ну, не проход, а в космос откроется. И тогда мне не будет не хватать кислорода. Это у нас кислород. То есть разбиваем вот эти штуковины, да? Ну, поехали. Это как и двери мы когда открывали, тоже разбивали. Так, зона вакуума, хорошо. Зашибись. Где я есть-то? И червяки эти полезли. Ну, ты глянь, а. И хомяки, и червяки, ну. А, вот оно, что же я? Все, все, все. Да не ногу, дай мне шар. Так, первый. Второй. Опа, 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 опа. Стоять, стоять, стоять. Нет, а вы издеваетесь, что ли? Так, теперь сориентироваться. Да что ж ты будешь делать-то? Вот самое хреновое то, что надо сориентироваться. Да не, ну серьезно, что ли? А, вот, вот, сейчас. Так, где воздух у нас? Вот. Все, спасибо, спасибо. Так, дальше смотрим. Аптечку захомячим. Радиоактивные материалы удалены. Еще, еще, еще идут, идут, идут хомяки, блин. Какие же они здоровые, черт возьми. То есть получается так, что баллон мы кидаем, и кто-то сразу прибегает. Подожди. Радиоактивные материалы удалены. Там же где-то еще шар. А, вон он. Теперь главное сориентироваться. Радиоактивные материалы удалены. Так, еще воздуха. Так, а где еще у нас? У нас еще где-то. Так, ребята, вы где-нибудь видите? А вот ни хрена не видно.
Может, где-то между трубами? Ага, вижу. Вот спрятался тайно. Радиационная тревога отключена. Замки разблокированы. Все, отлично. Так, и куда нам теперь? Так. Все, заходим. А, окей. Я аж прыгать собрался. О, видали? Еп, заяц. Он глянул на меня и... Во дает. Я самого боюсь, а он, короче... Ядрить, колотить. Ну ты дал, короче. Все отлично. Так. Аптечек. Да вы патронов подкинули, хотя... ...необходимые детали в двигательном отсеке на корме. Я регистрирую тяжелые повреждения. Возможно, понадобится обходной путь, чтобы туда добраться. Все, окей. Детали искать. Задание принял. Я так полагаю, вот этот вот нам надо будет вытаскивать. Чего? Кого позвать? Ну-ка, тихо. Цыц, блин. Я сам тут боюсь. И не местный. Так, это открыто. Ты чё, мужик? Хух, ёпта, сохранится. Так, найди сингуляторный конвертер. Погоди-ка секунду. Я вот думаю... Блин, эстазис мне нужен. Ладно. Я думаю, что сегодня серия была более чем... насыщенную главу закрыли. Давайте, друзья, буду с вами прощаться. Спасибо вам за комментарии, лайки. С наступающим вас еще раз Новым годом. Хорошего настроения, здоровья вам. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем до новых встреч, пока.